У дома номер 24 на улице Успенская открылась новая детская площадка. О том, как именно будет благоустроена придомовая территория, заранее обсуждали с жителями. Теперь здесь появились игровые комплексы, отвечающие всем современным требованиям. Аккуратные дорожки для прогулок, зеленые насаждения. Есть и скамейки для мамочек, следящих за играющими чадами. Самое главное, чтобы наши дети улыбались, чтобы им было где отдохнуть, где повеселиться, где позаниматься спортом, где просто поиграть. Все губернаторские программы, которые сейчас выполняет правительство Московской области вместе с администрациями наших муниципалитетов, они направлены на то, чтобы создать действительно комфортное проживание для наших жителей. И когда мы говорим о том, что мы будем по 10% подъездов ремонтировать в год, когда мы говорим, что мы за 2-3 года хотим благоустроить все наши детские площадки, то, конечно, это будет выполнено. Нам хочется, чтобы вы были нашими единомышленниками, чтобы вы участвовали в этом активно. Новый комплекс местная детвора облюбовала уже на торжественной церемонии. Самое главное – площадка безопасная. Резиновое покрытие поможет избежать ссадин и травм. При этом здесь будет интересно детям разного возраста. Пока малыши покоряют горки, катаются на качелях или играют в песочнице, старшие дети и подростки могут, например, заняться воркаутом, поиграть в настольный теннис или поупражняться на тренажерах, которые расположились по соседству. Площадка очень нравится. Вообще, мне кажется, сделано очень хорошо. Как-то вот удачные такие конструкции. И ждали, конечно, долго. Хорошо, что наконец-то сделали уже в конец июня. Ну, в общем, все замечательно, все очень нравится.